Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Марина Марченко, я рада приветствовать вас на своем сайте. Я вам хочу рассказать о том, как я начала зарабатывать год назад. 2 года назад я вообще только купила первый раз свой компьютер, ушла на пенсию, начала выходить первый раз в интернет. Сначала выходила просто в социальные сети для общения, потом мне это стало неинтересно, и я стала искать заработок. Чисто случайно судьба меня вынесла на один ресурс. Очень долгое время я его изучала, тестировала в течение года. И потом, после того, когда все-таки нашла самый оптимальный вариант для заработка, вот решила поделиться этим заработком с вами. Но сейчас такая пошла тенденция, мода на то, чтобы показывать деньги заработанные. Мне это как бы не особо очень, конечно, нравится, но один раз я это сделаю. Вот у меня в руках больше чем 600 тысяч рублей. Заработала я эти деньги за последние два месяца. Это абсолютно настоящие деньги. Рисовать я не умею, я не в том возрасте, чтобы, конечно, обманывать. Вот. Так что... Готова с вами полностью поделиться. Мне нечего скрывать. Вот мой паспорт. Вот мое пенсионное удостоверение. Так что, если уж получилось у меня, то получится и у вас. Присоединяйтесь. В моих видеоуроках очень подробно все рассказано. Я очень подробно рассказываю пошагово. Даю полный отчет о проделанной работе и надеюсь, что у вас тоже получится. К иску мне там. Вам большое спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи на моем сайте. Итак, друзья, мы находимся... Вот я открыла для вас специально свой аккаунт Сбербанка. Вот видно, что это мой аккаунт Марина Марченко. Я специально снимаю этот ролик именно с планшета, чтобы вы убедились, что это не подделка. Вот в мою историю мы зашли в расходы. Это расходы мои за август месяц. Я пенсионерка, я трачу не так уж много, но я люблю путешествовать. Вот мои затраты на билеты на самолет в августе месяце. Вот давайте посмотрим. Июль, мои расходы чуть меньше, но я все равно летала, вот один билет социальный покупала, значит, ну, давайте посмотрим июнь, то есть, чтобы вы убедились, что я не просто коплю деньги по возможности, я еще их и трачу, по мере надобности, вернее, вот, ну, теперь вот давайте посмотрим доступные средства. Трачу я, конечно, не все. Вот на данный момент мы видим, что вот у меня, ой, извините, нахулиганила, что вот у меня такая сумма 1 199 000 у меня на счету. Давайте перейдем на главную, чтобы вы убедились, что у меня действительно такой остаток. Вот видите, да? Ой, да что ж такое? Извините. Так. Извините, извините. Немножко сбой. Ага, вот сюда. Вот, что-то меня не туда вынесло. Ну, ничего страшного. Значит, видите, да, что вот у меня на карте 1 199 000 на виза. Деньги заработанные я вывожу на карту. По мере надобности трачу. Остальные я коплю, потому что... У меня есть мечта, которая наконец-то стала осуществляться. То есть я купила участок земли на юге России. И сейчас я там строю дом. Вам я желаю, значит, тоже, чтобы ваша мечта сбылась. Покупайте курс, не пожалеете. Я отвечаю за все свои видеоуроки. Если что-то будет непонятно, обращайтесь, реквизиты все даны. Ну, что еще я могу сказать? Не особо доверяйте
тем курсам, где говорят вам, что за 20 минут настройки и за 10 минут работы ежедневно вы будете зарабатывать большие деньги. Я почему-то не особо доверяю таким курсам, потому что я много испробовала разных курсов. И у меня почему-то за 20 минут особо ничего не получалось. Ну, может быть, у меня не та техника, не та скорость, потому что я уже не совсем молодая. Но поверьте мне, 2 года назад, когда я ушла на пенсию, я была абсолютным полным чайником. Я купила свой первый тогда компьютер и начала, значит, первый раз пробовать выходить в интернет. Это были социальные сети, как и у всех, но мне это было неинтересно. Проводить время в социальных сетях я начала искать заработок. То есть очень много я купила курсов до этого. Нельзя сказать, что они не принесли никакой пользы. Были, конечно, и откровенные пустышки, но опыт некий, конечно, я потихоньку набиралась. И скажу вам честно, что в интернете деньги есть, заработать можно. Нужно просто не сдаваться и идти к своей цели. И просто-напросто, ну, не лениться, я вам скажу. Если вы хотите зарабатывать очень большие деньги, то потрудиться все равно придется. Бизнес, о котором я вам буду рассказывать, абсолютно легальный. Он будет действовать еще очень-очень долго. Вот. Поэтому приобретайте и изучайте все уроки подробные. Вот. И я надеюсь, что вы придете к такому же результату, а то и больше. Всего вам доброго и до встречи на моем сайте.